С 24 по 31 августа проходит заселение студентов в деревне Универсиады. У КСК «Уникс» с самого утра собрались студенты первого курса для того, чтобы пройти процедуру заселения и прослушать инструктаж по технике безопасности. Затем наступает сам момент заселения и распределения по комнатам. Атмосфера деревни несравнима ни с одним другим студенческим кампусом. Внутри этого кампуса очень тепло и уютно. Везде царит чистота и порядок. Несмотря на то, что сейчас здесь проживает свыше 8 тысяч человек, почти все друг друга знают и с удовольствием общаются. Вот у нас стал один долгожданный день. Мы заселились в деревню Универсиады КФУ. Я очень рад этому. Я был очень рад тому, что мы заселяемся в пятиэтажку, так как здесь кухня на одну комнату. Это все-таки очень большой плюс. Все мои ожидания были оправданы. В ДУ 20 жилых комфортабельных домов. Среди них располагаются 9-этажные и 5-этажные дома. Комнаты деревни Универсиады обставлены новой мебелью. Предусмотрен беспроводной доступ в интернет. Деревне уделяется большое внимание безопасности. Здесь работает контрольно-пропускная система. Прекрасно созданы условия для проживания. Уют, чистота в комнатах и на территории. Невысокая цена за проживание и проводимые различные мероприятия. Все это делает жизнь студентов комфортной и счастливой. Аурелия Сташкова, Олег Апачаев, Универньюз.